важный. Тетки на безымянные, тетки на. Укладывали жену. Я когда это делаю, даже. Так, а что нужно здесь сделать? Сенсация, сенсация. Теперь Игорь идет за. Зачем ты идешь, Игорь? За посылкой своей. А ты помнишь, какой у тебя сорт вообще там? У меня тетки на безымянные, тетки на. Ты не помнишь. Так, а что нужно здесь сделать? Давай, ищи, что нужно там сделать. Ошибочка вышла, не то ПВЗ. Игорь, как ты заказал не в то ПВЗ? Следуем за клиентом, за меловым клиентом. Мальчик, а ты что будешь заказывать? Танки. Танки тебе? Да. Так, должно быть теперь без промашки. Давай код сразу. Здравствуйте. Здравствуйте. Покажи нам. I love you, baby. Так, ну что, посмотрим. В каком состоянии он пришел мне? Целый или не поврежденный? Я, кстати, заказал, даже Катя не сказал. Хочу, как это называется? Пройти клиентский путь. И пойти в рамках клиентского пути понять, как, что, какие недоработки, что не очень хорошо получилось, что хорошо. Коробка пришла более-менее чистая, хотя я сомневался, что белый цвет это хороший цвет. Мне казалось, что она должна быть темная, чтобы вот те люди, которые занимаются доставкой, там, не знаю, они там достаточно иногда халатно относятся, кидают и так далее и тому подобное. Мне казалось, что будет пачкаться. Но она, на удивление, достаточно чистая, есть небольшие тут подводки, но так в целом все хорошо. И не помялась. То есть я думал, что может получится так, что какая-то гармошка придет. Но так в целом картон плотный, и даже все углы сохранены, геометрическая форма сохранена. Здесь я доволен. Так. Так, ну теперь посмотрим, что внутри. Внутри есть защитный такой слой. Он тоже не помялся, ничего, что говорит, в принципе, что с коробкой достаточно аккуратно обходились, там особо ее не бросали и так далее. Это тоже меня радует. Так, ну я сделал заказ на пиленый мел, пиленый безымянный. Никаких, кстати, запахов в коробке нету, пахнет обычным картоном, никаких посторонних, да, запахов нету. Кстати, вот хотел сказать, что никаких ни влажных пятен, ни кругов там, ничего. То есть вот как мы ее абсолютно в сухом виде упаковывали, да, так все, ничего не пролилось. Это тоже радует. Теперь вакуум. Так, ну, упаковка достаточно хорошо доехала до меня. Вакуум сохранен. Видите, даже немножко мелок один треснул от самого вакуумирования, потому что происходит сжатие. Я когда это делаю, даже сам замечаю, что мел начинает сдавливаться и появляется вот такая трещина. Это не от удара, а именно от вакуумации. Так что в целом упаковка достаточно хорошо сохранилась. Ничего там... Нету никаких ни повреждений, ни потеков, ничего. Хорошо, давайте вскроем. Меня интересует запах, потому что вот мы стараемся мел хорошо высушивать, хорошо вычищать перед отправкой. И за счет этого делаем его максимально сухим, и чтобы он до клиентов дошел такой же сухой. Вообще никакого запаха. Отлично. Вообще никаких посторонних запахов. Ни запаха пластика я не чувствую. Ни запаха какого-то другого лишнего, инородного и так далее. То есть, в принципе, я очень доволен, так как оно было мной заложено пару дней назад. Прокатило, сделало круг такой, вернулось ко мне в таком же состоянии. Так, ну теперь вкус.
Изменился ли вкус? Хрустит хорошо. Так, ну что хочу сказать. Никакого привкуса, появившегося с момента упаковки до доставки мне обратно, я не почувствовал. Ни вкуса пластика, ни вкуса порошка, ни вкуса там не знаю чего-либо. Вот один в один. Не знаю. Я встречаю там тоже, просматриваю отзывы, читаю отзывы там, и какие-то Катя мне показывает, мне тоже это интересно. Причем отзывы такие интересные, что такие изощренные. Кому-то запах Катиных духов, кажется. Хотя, казалось бы, где вы могли нюхать Катины духи? Ладно, я знаю запах Катиных духов. Вы где это услышали, что этот запах вам напомнил именно духи Катина? Интересный, да, комментарий. Дальше влажно смело. Ну, послушайте, друзья, вот мы продали около 600 уже, по-моему, коробок, если я не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться, там плюс-минус. Вот практически 90% коробок прошло вот через вот эти руки. Через мои, в частности. Я знаю, как он хранится. Я знаю, как он сушится, я знаю, как он упаковывается, я знаю, как он вакуумируется, я знаю, как он отвозится, потому что я лично на своем автомобиле это делаю. Откуда там влажность вообще могла появиться и так далее? Я допускаю, что эта влажность могла появиться во время транспортировки, но тогда у вас должна быть и коробка мокрая. Остались какие-то следы какой-то жидкости в самой коробке, даже если... Допустим, что мел где-то в пути, в фуре в какой-то там чем-то намочился, он просочился через коробку, через вакуумную упаковку и дошел до самого мела, что он стал мокрый. Потому что я знаю точно, что весь мел абсолютно сухой. Вы даже можете посмотреть здесь, не знаю, камера передаст то, что он как бы не влажный. Не знаю, наверное. Ну, даже по звуку можно определить, что он, конечно, не мокрый. Еще какой отзыв? Так. Влажность, духи. А, кто-то написал про какие-то порошки. Тоже я удивлен, потому что сам уже многое понимаю в меле. Знаю, как этот минерал впитывает посторонние запахи. Прекрасно знаю, что это такое. Поверьте мне, отдаленно запаха порошка и вкуса быть не может. Он именно или есть... Или его нет. Вы ради эксперимента, кто вот хочет провести эксперимент, возьмите вот такой кусочек мела и поставьте его на ночь рядом с порошком. Или вот так в порошок. А на утро попробуйте. Вот это будет мел с порошком. То есть он настолько его впитает, что вы как будто реально кусок порошка съели. То есть там не может быть никаких отдаленного какого-то запаха порошка. Да, возможно, запах чистоты и свежести... Где-то на какие-то тонки вам дает запах, вот, потому что психологически вы так понимаете на подсознательном уровне, что этот мел чистый и так далее. И вот он настолько чистый, что аж каким-то порошочком вам отдает. Да. Но именно чтобы этот мел впитал запах стирального порошка, не знаю, есть одно помещение, в котором мы храним мел. Так в этом помещении нету ни воды, ни стиральной машины. Ни вообще никаких других посторонних вещей. Там чисто склад, и полки и мел. Ну, там неоткуда ему взяться просто. Поехался. Ой, вкусно. Так. Я понимаю. Да, и по поводу комментариев. Конечно, возможно, многие ребята изощряются. Они хотят, я допускаю, что привлечь максимум внимания именно к своему комментарию. Может быть и так. Но, ребят,
попытайтесь быть адекватными, вот именно реально, если вы реально что-то почувствовали или реально что-то заметили, просто, ну, честно, иногда вот читаю, и у меня просто улыбка на лице натягивается. Ну, не может быть этот мел не мокрым. Ну, влажным еще можно назвать, может, где-то какой-то кусочек влажный там попался. Я тут допускаю. Но прямо, что он мокрый, с него течет, это вообще для меня удивительно. Как бы, если хотите даже что-то... А, и по поводу... Конечно, в продаже какого-то продукта не может быть такого, что он понравился всем. Естественно, кому-то это нравится, кому-то не нравится, кому-то там близок этот вкус, кому-то нет. Но написать о том, что он, не знаю, пропитан стиральным порошком, ну это бред вообще полный. Просто это не соответствует действительности. Не соответствует действительности. А это не хрустит почему-то. Ладно. Попробуй этот. Может, этот будет звонкий. О! Аж пыльцу поднял. Но вкус идентичен. Одинаковый во всех трех. Ой, орешек. Доедаю последний, иду укладывать жену. Что жену я не расслышала? Укладывать. Укладывать куда? В коробку? Спать. Иногда лучше, чтобы жена спала, а то она еще какое-нибудь задание придумает, чтобы спать уложить. Пока!